Так, ну что, ребятки, сейчас расскажу о, так сказать, казусе, который произошел. Это у нас... снимал я эту систему. Это у нас система Rydberg. Вот у нас Rydberg. Возникла проблема. Проблема такого рода. А что... Сейчас я покажу на трейде. Здесь, видите, швабра вот так одевается на вот этой штуке. И здесь вот внизу вот они очень плохо сделали вот эти вот штуки, они рвутся. Видите, одна уже провалась, петелька вот эта вот, вот она оторвалась, отошла просто, да? И вторая уже вот насквозь продырявилась. Не здесь, наверное, где-то на той стороне, наверное, да? Сейчас покажу. Вот, видите, она уже насквозь вышла. Вот, средняя петелька вышла просто насквозь. Сейчас покажу, из-за чего это происходит. Все просто, смотрите, вот видите, она уже насквозь продырявилась, и здесь это еще держится, очень плохо прошиты вот эти края, они очень быстро изнашиваются, видите, куда она накрывается, и здесь вообще вылетела она полностью, вот, уже вылетела, уже надо это заправлять, видите, вылетела, вот, здесь она уже насквозь. И здесь вот смотрим, она четко продырявилась уже, то есть если мы ее сюда отогнем, так вот отогнули, видите, здесь открыто, здесь это, а здесь все. Здесь она очень плохо пришита, она не выдержит просто механических нагрузок, мытья пола, видите, да, она уже полностью все. Вот. Все. То есть вы уже никак не зафиксируете, это полный бред. Не рекомендую Rydberg к покупке. То есть сама швабра ничего, металлическая часть, механическая вот эта вот. А вот эта вот часть вообще фигня полная. Потому что непонятно что и как. То есть вот теперь получается я не могу ее отжать. Из-за чего это еще происходит конструктивно? Когда вы ее полощете, то есть вот здесь вот справа ложь, написано ложь справа, слева драй. И когда вы намочили ее, нормально, ладно, здесь один зазор меньше, чем здесь. И она типа должна отжимать. Когда она отжимает, она создает нагрузку избыточную. Но вот эти вот все соединения, тканевые, так называемые, все они рвутся и уходят из строя. Сколько у нас проработало? Ну, год два, наверное. Ну, наверное, два, да. 21-го. И все, уже сдохло. Так что на следующей покупке будет робот-пылесос, реально. Чтобы такого дерьма не было. Всем спасибо, имейте в виду при покупке вот такого вот Rydberg. Всем пока. Рекомендовать не могу. Свои 5 лет она не отработала.